В ходе проверки было установлено, что в 2011 году гражданину выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами. Из заключения судебно-психиатрического эксперта было установлено, что данный гражданин в настоящее время страдает умственной отсталостью легкой степени. В перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года, номер 1604, включен диагноз психического расстройства, умственная отсталость. Наличие у данного гражданина права на управление транспортными средствами с вышеуказанным диагнозом противоречит действующему законодательству. По результатам проверки прокуратуру города в Новочебоксарский городской суд было направлено исковое заявление о лишении данного гражданина права на управление транспортными средствами. По результатам рассмотрения Новочебоксарским городским судом вынесено решение о прекращении права данного гражданина на право управления транспортными средствами. Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу.